Да? Да, это соль, мука, вода. Сейчас мы посмотрим, как она раскатается. Нет. Нет, если не гревать, то еще потому что здесь вот есть. Ну, то нормально, работает здесь? Мне нравится. Ты продашь или не готов? Я ее Васильевичу поставил. Не надо катать, приучиться. Нормально? Что надо? Ну, раскат. Чтобы он хоть круглый, овальный подбор. А как вы сюда приехали? Это? Да. А сколько она показала вас, ребята? 30-50, да? Это когда у нас все сделано. А сколько реально не может сделать соглашение? Именно по тесту. Мне надо помпажа. 100 граммовая вот одна штука, 100 грамм теста. А можно и зря ставить, где инсулина, правильно? Да, да, это только надо устроить. А время выпечки сколько у нее? 25 секунд. 25 секунд время выпечки, да? Да. Давай засекаем. Там стоит таймер. 100 грамм. Минуту 400 грамм. Минуту 400 грамм теста проходит, да? Да. Умножаете минуту 60 на 400 умножаем. 2 килограмма 400 в час. Нет, 24 килограмма в час. 24 килограмма. 24 килограмма. Надо вычислить. 24 килограмма в час. То есть 10 часов 240 килограммов можно сделать. В принципе, вот он. Лаваш хороший у него получается. Лаваш серьезный. Самое главное, он не сгорает. Это самое главное. Спичка ручной. Но это подстраивает. Здесь температуру надо работать. Здесь температуру надо подстроить кому как. Температуру и время. Ваш, ширина хода, это не максимальная. Если подавать, господа, можно ли подавать полотно без прилива? Да, без проблем, полотно можно подавать без прилива, но ширина полотна должна быть не больше, чем ширина нашей ленты. Единственное, что потом как он будет тебя отрезать, уже. Да, но если гильзу, то хватает света. Ну, тогда можно, знаете, когда на раздатку, тогда у тебя, когда на раздатку... Вообще профессионал можно не быть. Миллиметровый. Надо его на входе поставить, размотать и камеру скрыть. А там стриги в конце. Ну, он сверху, да, отдаривается. Это хорошо для небольших производств, особенно на наших. Я не знаю, когда вы это исходите, потому что вы не знаете, как. Кто спускал, ребята?